Всем привет! Сегодня я хочу показать вам еще один вид петель, это соединительный столбик. Эти петли очень простые и нужны, как правило, для того, чтобы уже закончить изделие или соединить какие-то части. Сначала я проплету 10 воздушных петель. Как я вам уже говорила, любое вязание начинается с воздушных петель, а потом я покажу вам, как делать соединительный столбик. Мы просто идем в предыдущую петельку, вытаскиваем нитку и вытаскиваем ее сразу через обе петли. Вот одна у нас на крючке, через вторую мы прошли и через обе мы вытаскиваем сразу новую нить. Если бы мы делали, например, сейчас полустолбик без накида, то мы бы делали это в два приема. Сначала вытянули петельку через одну, потом через вторую петлю, а сейчас мы вытаскиваем сразу через две. Я надеюсь, что вам понравилось. В этом видео я вам просто продолжаю объяснять основы вязания, а далее я буду показывать уже, как делать настоящие изделия. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока!